Всем привет, дорогие зрители. Я вас хочу познакомить с итальянским. Ну, я называю его по-нашему итальянский пельмень. Это равиолина. Ну, я называю итальянский пельмень. Он очень хороший, такой пухленький, как пельмешек наш. Я хочу показать, что у Винченцо есть очень много татуировок. Показывай. Это последний. Вот это последний. Тільки ти даєш мені сили жити, кохати, мріяти, дихаю тобою, Інна. Второе, поворачивайся. Оце оце Інна. Інна. І в радості, і в горі, як дощ і сонце світить, радію тобі, моя Інна, що поруч зі мною в цім світі. Да? Покажи ще, яких тебе є. Ні, це ціле, це Третьяковська галерея. Це буде добре. Я його роздіваю, ми свої, нормально все. Так, оце хто? Картман. Картман. Ну і здесь Інна є, смотри. Інна. А оце? Здесь. Інна. Здесь. А Ярослав це хто? Подожди. Це мой син. Здесь еще, кстати, еще не показано. Здесь? Давай. Смотри, что тут написано. Винченцо. Инна, one love, one life. One love, one life. И здесь. И здесь. А здесь? А это все одна Инна? Да, а здесь? И здесь Инна. И тут Инна. Паника. Да, да, да. Привет, Инна. Привет, Инна. Ау, ау, ау. А кто ты такой красивый? Не знаю. Ты такой блондиночка, не знаешь? Посмотрите на эти волосы. Разве это можно? Ня, ня, вот так, вот так. Ня, ня. Будет наказан каждый, кто придет с волосами лучше, чем у меня. Как быть с каждым экспертом. Скажи. Я очень строго. И Юрия скупает слеза. Сейчас нарисую. Я больше не буду. Я в следующий раз приду лысой. А тут кто? А тут? Я такая, как с этими, как с зеркалами. А тут кто? О, боже мой! А ты в курсе, что ты, получается, у тебя раздвоение личности? Раздвоение личности? Я узнавал у врача, я тоже нужно. Да, был у врача. На самом деле, раздвоение личности – это... Не, врача не было, но я читал. Я боюсь кружить. Это когда, типа, одна часть живет, а вторая, потом, типа, начинает жить вторая часть, но, типа, та вторая часть не должна понять то, что было, типа, первая часть, понимаешь? А я помню, что я делал. Поэтому это не раздвоение личности, это просто внутренний диалог. Просто очень эмоциональный внутренний диалог. Ты такая красивая у нас. Ты Макдуся. Ты наша любимая. А коса яка? А коса руса коса. Виня, а тебе волосы не растут на голове или ты специально бреешь? Не специально. Специально, да? Да. А мне что-то кажется, что они не растут. Мне кажется, что ты просто... Я не знаю, волосы не растут. Мне кажется, он откровенно просто лысый, и все. У него за лысины, он бреше, что... У него обличие людини, яка бреше. Он бреше, что у него нема волос, он лысый. Как у пельменя могут быть волосы? А если с мясом? Пельмени с мясом. Могут быть волосы. Кстати, еще будет завтра, будет еще три тату новые. Три завтра? Что? Три тату. Я знаю, наверное, Инна. Да. Инна. Стой, стой, подумаем. Стойте. Надо подумать, да? Вторая, какая будет вторая? Ира. Наверное, Ивана, Ивана. Инесса. Инесса. Игорь. Игорь. Игорь будет. Игорь. Подожди, сейчас я подумаю. Игорь, наверное. Имя, просто будет имя. Просто имя. Имя. Чуешь, кем ты в детстве мечтал быть? Итальянцем мечтал быть? Я? Да. Ветеринар. Ветеринар? А что ж случилось, что ты готовишься? Ну какая разница? Ну людям интересно. Животы ему разобрали. Они кушают. Может, вкусное, вкусную эту... Он кушает любым, да. Он любит покушать, да? Так подожди, все-таки и что? И все. И все, да. Инна. Инна так. Смотрите, какая красивая. С тобой помыл волосы. Боже, сразу там красивым. Да. Боже. Чуть-чуть побрился. Ей облетик. Что это такое? Мы тут рассуждаем на тему девственности. Конечно. Я, да. Я тоже. Все еще, да. Ну, после этой программы, да, мы решим этот вопрос. Девственность. Вот так. Нормуль. Давай, Винченцо. Дивись, сразу нашли. А? Потрогай. А давай я. Дай тебе махнуть. Так, если что-то, я тебе. Я нахожусь на съемках, а у нас мало, да? Я тебя беру в гримеры.
о-о-о. Короче, так что, а ты кем хотел? Трактористом? Или ты стал трактористом? Подожди. Я стал суперзвездой, он пока просто звездой. Я догоню тебя, я догоню тебя. Мы его не любим. Кого? Его или? Ну хватит! Девочка, которая снимает его. Я сниму все. Смотрите, что он делает. Что ты делаешь с Леной Мельник? Я трогаю ее руки. О боже, что за крем, Лена Мельник? Что ты делаешь с нашим... Как правильно носить крем на руки? Расскажите, пожалуйста. Надо, я тебе покажу за кулисами. Покажешь? Как добыть крем, как потом его нанести. Фу! Добыть крем. Ходят супермодели по улице. А ну давай. Меня Женька полива. Так, хоть бы мне не врезаться. Давай. Раз, два. Смотри. Надо стирать мускулатуру. Вот так поднять плечи и назад. Ага. Что-то первым делом. Потом вот так. Зубы надо сцепить вот так. Вот. И взгляд надо нести туда. Пошли. Ты иди туда, я буду идти. Чтобы издалека можно было видеть. А я сделаю точки. Ты оттуда иди, а я буду бежать. Давай. Все. Опа, опа. Это было офигенно. Берем супермодель по-украински. Мне кажется, это было... Ты меня полива давно поставлена. Привет, YouTube! Понравилось видео? Тогда делись им со своими друзьями, оставляй комментарии и подписывайся на наш канал. И тогда ты точно обо всем узнаешь первым.